сегодня поговорим о головных болях при тревоге, почему они происходят. Головная боль, как известно, называется головная боль напряжения. То есть мы напрягаем так мышцы своего черепа. Этот приток крови во время тревоги у нас достаточно большой. За счет спазма мышц шейно-воротниковой зоны ток нарушается. Соответственно, напрягаются не только мышцы шейно-воротниковой зоны, но еще и мышцы черепа. Поэтому мы получаем каскообразные, косынкообразные головные боли. И все это, естественно, связано с тем или иным напряжением наших мышц. Потому что, как известно, при тревоге включается реакция «беги либо сражайся», а бежать или сражаться с расслабленными мышцами не получится ни у кого. Поэтому это нормальная, скажем так, эволюционная реакция тела на стресс. Просто стоит разбираться, стоит ли так стрессовать, получая свою головную боль.